Дети, уже поздно. Давайте. Пора ложиться. Мама! Я слушаю. Я хочу кое-что сказать. Та девушка, которая разбила вашу корону, простите ее, пусть она вернется. Нельзя. Она допустила ошибку и должна за это отвечать. Она невиновна. Она не разбивала корону. Как так? Кто же тогда это сделал? Мехмед. Мехмед разбил. Мехмед? А то он услышать может. Мехмед очень испугался. А я, чтобы его защитить, обвинила служанку. Я из-за этого даже спать не могу. Мехримах. Не плачь. Славная моя доченька. Ты молодец. Всегда защищай братьев. Эсма? Слушаю, госпожа. Поговори с девушкой, которая разбила мою корону. С Назлы Хатун? С ней. Скажи, я ее простила. Пусть возвращается. Как прикажете, госпожа моя. Фатьма, я с тобой еще не закончила. Я хочу, чтобы ты страдала, поэтому ты еще жива. Ясно? Каждый твой день будет проходить в ожидании смерти. Госпожа, я... Слушай меня. Хочешь жить? Не попадайся мне. Вон отсюда.